целью подготовки к Олимпийским играм для проведения первых Европейских игр в Баку осуществляются широкомасштабные мероприятия. В целях развития водных видов спорта в Азербайджане и организации соревнований местного и международного уровней 30 августа 2012 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве в Баку, отвечающего современным стандартам Дворца водных видов спорта. 27 апреля при организационной поддержке Организационного комитета первых Европейских игр Баку 2015 представители азербайджанских СМИ ознакомились с условиями Дворца водных видов спорта. Дворец водных видов спорта занимает территорию в 6 гектаров. В этом грандиозном комплексе пройдут состязания по плаванию, дайвингу и синхронному плаванию. Руководитель проекта Том Бутчер в своем интервью журналистам сообщил, что в проектировании Дворца водных видов спорта наряду с местными специалистами приняли участие корейские и испанские компании. В соответствии с требованиями Европейского олимпийского комитета Международной федерации плавания в здании Дворца водных видов спорта созданы функциональные вспомогательные участки. Здесь имеются специальные тренировочные платформы для пловцов, залы фитнес-акробатики, тяжелой атлетики с установленным оборудованием. Дворец водных видов спорта площадью 46 тысяч квадратных метров отвечает современным стандартам. Срок службы здания составляет не менее 50 лет. В соответствии с требованиями Европейского олимпийского комитета Международной федерации плавания в здании Дворца водных видов спорта созданы функциональные вспомогательные участки. В одной из частей кровли здания были использованы особые панорамные стеклянные панели Skylight, обладающие также функцией преобразования солнечной энергии в электрическую. Полученная здесь электроэнергия будет направлена на энергоснабжение некоторых участков дворца. На первом этаже Дворца водных видов спорта созданы три бассейна. Второй бассейн для прыжков в воду. Длина этого бассейна составляет 20 метров, ширина 25, глубина 5 метров. Также во дворце построен плавательный бассейн для тренировок, который может быть поделен на две части. За ходом соревнований здесь могут наблюдать более 6 тысяч человек. Имеются VIP-помещения, комнаты для журналистов, тренажерный зал, ресторан. Следует отметить, что для обеспечения комфорта инвалидов предусмотрены специальные зрительские места. Еще одна площадка, где будут проходить первые Европейские игры в июне в Баку, является парк Европейских игр. Находящийся недалеко от площади флага на этой территории, продолжается строительство еще трех структур. В этих временных учреждениях состоятся соревнования по водному полу, пляжному волейболу, футболу и по баскетболу 3x3. На территории парка Европейских игр также строится зал для конференций, собраний, кафе и функциональные комнаты. В парке также создается площадка для медиасъемок, наземная стоянка на 500 автомобилей и другие вспомогательные здания и установки. Парван Рагимба, Шакир Гурбанов, Арзум Нуршзаде, Азертач.